Танюшка, здравствуйте, Татьяна. Привет. Тоже похорошел, отрастил прямо как первый. О, блядь, они Танюшки друг другу комплименты, блядь, там раскидывают. Отвешиваем. А, блядь, что творят, блядь. Держи, сейчас да уебаешь, Танька, ну-ка тебе откусит, нахуй. Ой, по самой локоть. Да кто такой смелый? Дед. Они еще там троем живут же, бомбалюки. Рыжий, дед и гномик. Дед ты, блядь. Бородой. Дед, который вот... Да. Бородой. Да, помнишь, что я сейчас... Загадку там какую-то... Да. Который загадочный. 25 рублей, блядь. Да-да-да. А он их заебал. Он мне тогда объяснял. Там еще какая-то еще у него загадка. Он его там устраивает, что никогда, блядь, походу, дело. Ебал разумеется. Не угадайте, блядь, они в году сидят. В трубу, блядь, сейчас даже расхуяли, ебало. А ты че? Пока не угадаешь, ебало разумеешь, блядь, угадывать сидят, блядь. Ну, что там в этой крытке-то делать-то? Вон он, вон. Ты тогда ушел, да? А? Махнул и ушел, там он же? Нет, а дед, брат родной, нахуй. Ну, его. Ну, тот-то брат родной, который тебя увидел, упал, обоссался, блядь. Брат родной в Севастополь уехал. О, это, в Нью-Йорк поехал. Ушел, наверное. В Нью-Йорк, наверное, поехал. Пешком. Ты видел, нет? Багажника-то хоть. Багажника видел. Да. Надо, на Брюханке. Блядь, а хули багажник, блядь, паскудник, его хуй найдешь, блядь? Иди такой. Я говорю, где нахуй скрывался? Ну, да ты уже не все. Не вообще, готовы уже. Я говорю, ну-ка, пошли. Там что-то там. Все, дрова. Я говорю, дрова даешь? Ага. Я говорю, ну давай. Я говорю, ну все, понятно с тобой. Все-таки что бывает, да? Танюшка, что-то... Где, блядь, опять нахуй, да? У тебя как там у тебя вот это у меня полная, может быть, у тебя всегда пустая. Мужчинка. Мужчинка. Остатки не хлебай, там перец, блядь, на конце. Да. На... Ну, чего, он, блядь? Пускай она, блядь, он хули, он видишь. Потом жечь будет в задницу, нахуй. Ни хрена. Дед не даст ему зажечь, нахуй. Он загадку загадает, нахуй. Будет угадывать, нахуй. Потому что там рыжик еще под столом себя пощипал. Еблище в руках надо убьет. Он это. Было, надо ручку. Я говорю, ну вот ручки, говорю, есть. Есть, говорю, карандаш, такой, заточить надо. Ножики вот взял. Блин, Лома, даже заточить надо. Я говорю, ну а что я говорю, где это мне что ли буду? Заточивать-то. Блин, ножики точи нахуй. Карандаш. Я вас где-то по понятиям, как у всех разводится. Ну он такой, этот самый, вот этот, да? Именно который он тогда это. Именно тот, наверное. Ты правильно? Говорит это, как он сказал? Да не, ни хрена. Дай он... денег, я тебе разгадку скажу. Так он говорил? Угу. Все, нет, не нет, он простой, там в бункере он у меня простой. Да? Да, он там. Там у вас все, как в бане, даже генералы простые человеки, да? Так же у вас там, бля, бункер, у Рыжего все простые становятся, да? Он ручной становится. Вообще? Не пристаешь к нему? Ну, чего я без смысла? Застеснялся, но сразу глаза опять начал. Это ко мне можно? Сейчас на Женьку обидится, блядь. Да? Пошел ты нахуй. Ух ты, ух ты. Смотри, наглаживает мне тут. Наглаживает? Да. Посходник. В тихушку, блядь. Под шумок. Глаза раз, раз. Я в стороне, ничего не вижу. Блядь, Танюшка, тоже соскучилась, она же позволяет Рыжику, но... Я... Сколько лет ты уже вместе? Вот Ванина, она, повезли меня. Я ведь этого не знал. Ой. Ногти, видите, как раз аккуратненько тарелочку сделал. Ты не перепутай ноготь с котлетой, блядь. Там хуй там цветом они похожи, блядь. Ноготь, он сломал ноготь. Я же говорю, я тогда тоже сломала. Вон, вилку бери, Рыжик. Раз, погоди, я что-то с котлетой не разобрался. Я тебе говорю, аккуратно в ноготь не тыкни, блядь. Сейчас он... А, ты тоже выпил? Ну, да. Ну, блин, Танька, молодец, переживает, наверное. Разве можно минералку поискать? Ну и все, представляешь? Короче, меня ведут по продолу. Я что, я первый раз только на первом поднялся. Да. Я это не знаю. Стоят, короче, две барышни. Таких юбка больших. И это. Эй, блядь, ну на хуй я, блядь. Форме вот этой, ну без погон так. Форме иду нахуй. Студенты, блядь. Ну хули, оборвали нахуй погоны.
Кому, блин? Тебе? Хулина, они с базы уже ебали. Там же все нахуй обрывает. А у тебя военная комендатура там? Угу. Комендатура вела меня. А это две барышни стоят. В юбках больших. И я к ним. Они меня хоп заспят. И что, блин? Они, представляешь, подол задирают. Голые. Представляешь, там? А им молодые. 19 лет только пошло. Ты на камеру не рассказывай, блядь, сейчас потом возбудятся, блядь, все в армию пойдут там. Я туда, короче, к ним, ага. Они меня за штирку хватают. Ты что, говорит, дурьёк, что ли? От тебя, говорит, ничего не останется. А они на Сахалин попёрли. Бабушка? Ну, они же там это... Ну что ты, чпокну, нету. Какой нахуй, там они, блин, там бы, от меня бы вообще ничего не осталось. Они просто подвязали, наверное, и... Да. Они-то рады были. Вот, ребята, вот с тех пор Рыжий стал бояться женщин, нахуй, да, Рыжий? Не, ну, женщин... 19 лет он боится. Только, ну, только не таких. Да ты чё там, они... Хабаровский, да? Сильный, блин. Да там вообще кошмар. Блядь, Рыжий. Там ни хрена не внутрь, там это, там обалдеть, Жень. Танька, ты чё ешь котлеты, блин? Я знаю. Женька, ты чё пиво не пьёшь, блядь? Он уже выпил. Он выпил, но... Вон эту наливай. Ну что такое, блядь? Вкусная. Ну, наливай это что? Брали-то, блядь, что-то попробовал. Какой-то хуй-то, блядь. Ну, наливал все полчаса, блядь. Угу. Это же тебе не с Германии, но чистокровно. Вареная. Хуя тебе одежду, блядь, опять прислали. Ты хуел, блядь? Там три пары кроссовок, нахуй. С Московской области тебе надо. А как его? Жень, ну дома-то когда? Ну, сидели-то, бухали-то. Лена такая. Жень! Ты такой, что надо-то? А мы уже с тобой подпили нормально. Да, блядь, Вовсе-то, блин, одень, пусть кофту оденет. Я говорю, Лена, ты, блин, какая кофта? Я говорю, ты знаешь, я говорю, сейчас там по ползунчике начнутся, этой кофте, говорю, помню, все. Как, там уже, выпьем, там говорю, уже все, говорю, будет. Какая, говорю, кофта, говорю, одежда, говорю, все, есть, блин, что ты, говорю. Гуляй, писали, блядь. Опа, писали-то хорошо. Ребят, музыку включили, мы сейчас попросили, чтобы 5 минут они посидим или пойдем. На, закури. Ты устал, наверное, здесь? Нельзя сейчас курить, ты что, нельзя, что ли? Здесь нельзя, ты что? Почему? Ты что, куришь, курить-то? Да он устал есть, блядь, пусть покурит. Да бред, блядь. Блядь, ну что же, вот тебе, блядь, Анька, дай дай и поехали. Я вот эту вот... Залоха. Да, сейчас. Что, нельзя, нельзя, пошел он. Ну, я знаю, что нельзя. Женька, бери пиво. А зубы иметь 3 ряда. 3 ряда, как у акулы, что ли? Да. У тебя что, звуков нету, что ли? Нету, у меня выпали, дали ему стуки еще. Да, вон там есть все. Ты думаешь, для чего ему борода нужна? Он бородой, нахуй, волосами ешь, да? Нихуя, тут капусту, блядь, с морковкой наебывают, похуй, блядь. Какая, блядь, голод не тетка, нахуй, да? Даже... Витамин Ю, блядь. Ну, прикольный компотик. Да? А водка не плохая, да? Почему? Ну, тоже. Одному другу не мешает. Два в одном, нахуй. Два прикольно. Рыжий пил гайсочку. На усах-то оставь немножко пюре. С бульдогом будешь обниматься, нахуй. У вас пюрешку дашь попробовать ему? Бородой бульдогу поводишь, ты пюрешки вас говоришь. Опять пюрешку ел. Рыжий, блядь, на фане, блядь, такая рыжая, блядь. Паскудник, блядь. Издеватель, скажи, да? Сейчас я подопью. Сейчас приедем. У него сейчас бомболюки-то, блядь, линолеум, хули ему поебать-то. Сейчас нахуй, только огорчился, пошел туда, нахуй. Пулька нахуй. Не надо уже ползать там, что-то там. Хоп, назад. Ты же залетел, как, знаешь, как в печку. Как-то в сказке, ну, в обойди там. Хоп, хлебнул. Рыжий, а ты знаешь еще, возьми водой полей, как горку поливают. Она тебя подстынет, нахуй. И дед тебя там ловит с домиком. Чух, нахуй. Блять, вообще сам скоростный это, блядь. Приехал, уже бухой. Я скоро выгонят. Ну вот бухой постоянно пьяный приходишь, блядь. Скажешь, ликодируйся, ребят, нахуй. Жить не будешь с нами, блядь. Скажешь, ты заебал постоянно. Каждый вечер. Алкаш, ебаный, скажешь. Домой приходит постоянно пьяный. Yeah.
как начинают там кипишевать, все. Гонять их. Гони по бублюку. Они, блядь, по разным углам, нахуй. У меня все летит, нахуй. Утром встаю. Я говорю, слышь, Танки, а говорит, где у нас это, ну вот это или там, знаешь, там что-нибудь. Ну, он, иди нахуй, он там за бортом ищет, ты нахуй вчера тут нахуй хуярил. Монстр, бля, что устраивает им там, бля. Деду, бля, с домиком покоя не дает, нахуй. Я говорю, слышь, я говорю, ну мужики, говорю, извините, нахуй, ну что-то такое попалось мне в башку. Да, мы, говорит, уже на тебя внимание уже. Да? Свистишь там, а, блядь, тоже потихоньку. Да хули оно устраивает, нахуй, хули. Зверь, блядь, такой лохматый придет, блядь, пьяный-то, нахуй. Погоняет и погоняет, они задают, как, блядь, у него. Я сразу по-разному. Дед-то, блядь, на воле-то он ебало всем разобьет, там рыжим, хуя, нахуй, кулачком, блядь, по столу, нахуй. Как начинает их полить. Да они, нахуй, сразу, нахуй, по-разному углам, оба. По люку, нахуй, все, а рыжий, блядь, посередине стоит, нахуй. А их не видно, нахуй. В углу их на горох поставят. Нахуй, мне там все летит, нахуй. А утром ищу, блядь. Их? То, что раскидал. Больше мы с тобой не пьем, нахуй, оно рано, блядь. Смотри, аккуратно, нахуй. Будни, блядь. В угол поставят тебе, Жека, блядь, будешь в углу стоять, нахуй. Стоишь там на трубах, блядь, нихуя ни с кем не разговариваешь, а в будке где-то больше, блядь. Устраивает. Или там, там и дед тоже, блядь, семьи балла разобью. А в люке, ты видишь, они щук. Рыжий хуй монстр. Хуй он там. Устраивает там ногтем, блядь. Вот так постучит. Все свои понятия, блядь. Как по копытам, так постучит ногтем в бомболюке, нахуй. Все по углам, блядь. Ну, как пирожно, да? Так же делал. Ты оставь немножко пирожки, так долго там на борде, нахуй. Мой, так сказать. Пускай ближе. Больше он нос носом, блядь, в танке. Все, ближе нравится танки. Рыжий, походу, уже под шофе немножко такой стал. Ну, ехать, блядь, ребята, чудо. Рыжий хоть поест, а то, блядь, бомблю, привет. А покушать? Покушать. Что там? Да. У тебя там квартира двухкомнатная? Батон и вода. Я тебе денег дал. У тебя там какая квартира? Двухкомнатная? Двухэтажная, нахуй, двухъярусная. Двухъярусная у них там. Рыжий, слышь, люди спрашивают, вы там прямо срете? Ты с ума сходишь, что ли? Нет, спрашивают. На улицу? На улице, а если приспичить по носам, блядь, как вот? Там замечу. Взрыв, блядь, взрыв. За борт в смотке. Уже двое отправились. А, в смотке прямо все сидите, прям выбрасывайте? Ну, дед, нахуй, не успевал, не успел. А кто не успел, тот опоздал. Ну, это, я говорю, слышь, баба. Я пиздец не успел. Он там прям в этом плите вот и застрял. Я говорю, ползи, говорю, сюда. Там я делал сюда. Ползи, брат. Ползи. Ну, тут мешки-то есть эти картофельные. Я говорю, хочешь, мы тебе все снимай. Короче, вот вода пятилитровка. Давай вон туда, в угол. Там подмывайся. В туалет иди. Иди в ванну. А это, говорю, он туда, говорю, на улицу, вперед. Ребята, возле рыжего бомболюка вещи не берите, нахуй, да? Они заобосраны. Может, это захотеть вещи спить. Я не поняла, это дед с тобой живет? Да, дед и номик с ним живет. Номик, пока он залезает туда. А он залезет, потом долго не влазит. Сейчас линолеум поселили, так они можем уже веревочку тянуть нахуй. Дети подземелья. А если срать захотел, то быстро обосрался. Не, я когда, то я же чую у себя, по крайней мере. Сразу туда. Сразу, да. Рыжий, блядь, ну, сука, не рыжий, а, блядь, Петросян, блядь, такие истории рассказывают, нахуй, дед, блядь, полез в проходе, обосрался. Ловил тут раз, блядь, сука, дед, говорит, только сели, накатили, блядь, у деда флягу, бах, сорвало, нахуй. И чё, флягу, не флягу, у него пуканца. Какан, блядь. Сука, а чего вы селите, да вы нихуя не идите, блядь, чего вы селите, да? С водкой, что ли? Давление, видать, поднялось, сука, блядь. Давление, флягу, к низу, нет, наоборот, опустилось. Это привет. Нет, ну опустилось, наверное. Не, я все понимаю. Вот что-то кушали, да? Знаменитый становишься. Ты что, давай разливай, да поехали. Калитку дай. Я говорю, дед. Я что есть, я не переживаю. Дед, я говорю, все понимаю. Во, он нихуя не ест, блядь. Там, блядь, ладно бы что-то ели, блядь. Там вот наебал, блядь. Молодец, Вова. Молодец, Вован. Ты съел, блядь, все, он сегодня сытый, нахуй. Можешь пить тебя спокойно, нахуй. Ну давайте, за любовь к спиртному.
Так любя посмотрел. Танька, возьми хоть пирожечки-то у него немножко с бороденки-то, с котлеткой. Только не бородовка. Волосики такие, вон и пирожечки. Уясни лучше, да. Вилка так по бороде пройди. Гаси не представляешь. Ботинки начал вот эти одевать. Мокасины. Вот эти вот ботинки. Ну, мокасины, ебать, у меня, ребят, смотрите. Нормальные ботинки. Подожди, нихуя себе. Кто тебе подогнал тогда, поскольку? Да бог его знает. Да бог его знает. Ему дарят обувь, ходит, блядь, ему. И так вот, сука. Ну, там кроссовки еще три пары, блядь. Перезли, блядь. Я ему, ну, блядь, как водочка. Андрюха на меня. Андрюха на меня сегодня одел их. Да, придется тебе... Че ты, говорит, будешь в этих рубанах? Ты пошел в бар, одевайся хорошо. Ты говорит, в рубанах будешь ходить? Ну-ка давай, говорит, одевай нормально. Нет, че экономить? Правильно, че экономить? Кто плавит, что ли? Подписчики шлют сюда, нормально? Опачки. Помогают, самое главное. Что давай, сейчас мы еще... Сейчас, это, все. И со стола крошки собери тоже, пускай съест. Ему ставят. Ему все. Подвязать. Вон там в тарелке что-то осталось. Давай рыжим тоже. Сейчас Танька просто делала. Рыжий будешь? Наелся на рыжий? Наелся по-любому. Вот теперь... Теперь можно на трубу ехать, да? Курить, да. Курить и на трубы. Да. Всем скажу спасибо. Да, собирайте. Спасибо. Да, подписчики, спасибо огромное, что кормите, блядь. Да. У нас отличники самые. Возьми у себя себе стаканчик. А это да. Что, из горла будут пить, блядь, не хули орлом. Пиво-то бери, рыжий. Не оставляй пиво-то хоть. Ну, блядь, что, свет нету, что ёлок. А, мы приедем, что первый, значит, едем. Ряда, приехали ряда. Николай, что ли? Николай, как ты на работу? Я, блядь. Окна закрывайте, только нахуй. Да, вот трубу, ты что, не видишь? Вон они свет. Что-то было, блядь. Блядь, она не была здесь, нахуй. Николай, блядь. Здорово, Никола, блядь. Всем приветик, Танюха вам привез, блядь. Здорово, Никола, блядь. Что, думал, что не приеду, что ли? А? Не приеду? Думал. Ну, может, болеть. Да если я приеду, как не приеду-то, нахуй. Бульдог, дай глоток, нахуй. Хопа, Светка там, что ли? А? Бульдог, здорово, блядь. Что там у тебя? Что там у тебя, блядь? Всем привет. А, что у меня? Бумага. А это у меня повестка, нахуй, на суд. Танюха, вот. Блядь. Светка, привет. А что, где кисы? Ушел? Ушел. Сейчас он зайдет. Ага. Здорово, Толян. Привет. Светочка, привет. А где рыжий-то? Рыжий, а чего? Рыжий уже нет. А, вон рыжий, блядь. А, вон он. О, блядь. Рыжий уже нет. Блядь, будь только дай. Нашел, ну купишь. Я чуть убрать не собираюсь. А, нахуй, бульдог, так вот так нахуй. Сука, бульдог, какой паскудник. Надя, соточка, бульдог, тебе. Баха, ёлки-палки. Светка. Самокрутку курит надо. Где секрет? Давай я тебе дам секрет. Надо тебе, нет секретов. Ну чё, бульдог, как дела, нахуй? А ты чё, нормально, как видишь? Светка, ты чё, блядь, здесь живёшь сейчас? Ты ж меня сейчас не узнаешь. Нихуя себе, блядь, в кожанке, блядь. Ой, мать моя жена. Ты где, блядь? Ой, какой мужчина. Ой, что за чертовщина, блядь. Блядь, да. Светка, ты чё сейчас? Не живёшь там в квартире, что ли? Живёшь? А что собака-то не перевезла ее сюда? Она дома. Дома? Она гуляет. Гуляет? Ты там косточки привез, по-моему, идешь. А? Ты думаешь, поедешь, нет? А. Одна поедешь? С кисой? Да. Ну что, ничего, с кисой, у тебя борода, знаешь, какая будет вот такая? Сам запутаешь ее, нахуй. Бульдог в двух шапках. Смотри! Это же вообще... Фраер, блядь. Колян, дайте Колян. Какой фраер? Ты похуй говоришь, что я фраер. А, не фраер. Просто, ну, есть возможность, ну, переодеться, помыться, блядь, там, все. Я помылся, побрился. А шапку-то что, ту же самую носишь, женскую? А? Шапку-то что, женскую носишь? Я без шапки могу. Не, не надо, простынись нахуй. У меня там вот и шапка другая. У меня все потеплее было, у меня яиц посыпь, а голова-то мерзнет. А, сука, блядь. Я уже шапки надел, покушу женскую. Ой, мама, это моя. Не твоя? Моя. Моя, так я знаю, все говорят, что твоя. Или бульдог. Че ты, куда же пошел-то? Вы, похуй, ну если есть возможность, закай, ну почему бы? Я помылся. А что а усы разбрил, блядь? А? Не до конца-то. Ну, оставил щекотать? А там темно, я... Здесь они. Так, не видно такого не было. Ну, как-то стоим. Бульдог, дай глоток, паскудник, нахуй. Танюха, Ублюдь. Смотри, фраер, блядь. Каждую неделю новый меняет, сука, паскудник. Ну, новый ее потеряли. Все, вернулась. Я в гостях была в Йобурге у одноклассника. Николай, ты что, пивнул, нет? Пивнул? Вон, не возьми. А, вот автобус и там. Вот он автобус, наверное.
вот тебе на автомашке приедет. У Светки уже новый кошелек, что ли, Светка? Блин, смотри, у нее кошелек уже новый, карточки, блядь. Карточки? Ты чё, блядь? У меня такого нет. Получаешь пенсию на карточке? Ну, когда там, нахуй, пенсия? Ну, сегодня, нахуй, блядь, прикинь. Встаем, короче. Рыжий. Толян-то сейчас видится, нахуй, да? А чё там у тебя с глазом? Чё у тебя с глазом? Чё у меня шапку снял? Забыл полосу, а чё? А как, а чё я полосу? Ты посмотри, фото. Что-то нет. Два, блядь. Если есть, пушистика сидят, блядь. Толян, смотри, блядь, этого. Бульдогу, блядь. Я хуя он опять, блядь, нагрелся, подтрыгся, блядь. У меня там, блядь, нормально. Я, блядь, вот здесь, браво, я послал. Меня, блядь, пусть здесь не выходи. Он такой. Кто там, чё сказал? А чё, как ему по городу-то двигаться? Как это всё? Я говорю, нормально. Бульдору, блядь, опять сюда пахло в новой одежде, блядь. Вот, бульдор, ты видишь, что грустишь, нахуй? Я не грущу, он все, соскучился, что, да? А Сенка тоже скучала, да? Сенка, что ты читаешь? Где ты читал? Побрежь, порядок, я приведу, все, Танюха, блядь, точно, и вот, блядь, как, на самом деле, как заказывал, нахуй? Да, тапочки хорошие. Да у тебя нихуя мокасины, блядь, круче всех, нахуй. Бульдог, у тебя какие? У бульдога тоже саламандер, нахуй. Ёб твою, блядь. Ребят, я тебе ещё порнушку смотрю. Одежду привёз ещё. Я не только же пришёл, я не только сидел. Кому? Толяну? Ну-ка, давай показывай, нахуй. Толяну тут. Квартира с хозяйкой. Опа. Он ты себя будет вести. Жопу видел, опа. Че, ногу греешься? Ноги греешься? А, машину выдержу. Давай, куда пошёл-то? Завещай? Ну-ка, блядь, сейчас. Бульдог, блядь, сейчас. Тихо-тихо, бульдог, куда побежал-то? Куда побежал-то, блядь, торопишься? Сука, в кожаке, блядь, где кожак-то схватил? Кожак-то где? Я говорю, здесь возможно, ну там женщина там была. Мы, кстати, на суд-то съездили, нахуй. Ну, ты же говорил. Все, короче, им, короче, одному 4, второму 4, третьему 4 и 2. Нихуя, бульдог, терпила теперь, да, бульдог? А? Ты тебе терпила, нахуй, да? Ну. Давай, что там? Ты куда пошел, ты прятал, что ли, вещи? Я их отмазал, они, видишь, я их отмазал, а они подписали, они, короче, позаду еще подписали, нахуй, короче, у них получается, так бы, если бы один на себя взял бы, у него бы получилось меньше, нахуй. Ну, спасибо, спасибо. И это, а они взяли, короче, на твоих, у них получается групповая, и больше, нахуй. Пацаны такой, молодые, наверное, блядь. Пацаны молодые? Да, там не жалко их здесь, просто. Я им сказал бы, вы, говорит, просто пиво перепили, ну вот следующее. Ты, говорит, маме говорит, свои, блядь, проблемы, матерям своим, блядь, проблем наделали. И мне еще проблем нахуй наделали. Блядь, ребята, видите, пиздец, ну, правосудие, блядь. Ну, так что, молодые, будьте аккуратнее, вот вы бьете даже бомжей, думаете, это... А видите, вот, бульдога избили, нахуй, все, бульдог... Ой, бульдог, ты где вещи-то взял, блядь? А? Где вещи? Это уже Светки надо, вот эти вот женские, блядь. А где ты поднял, блядь? Светка, может быть, я уйдем домой? Нет, не боишься? Светка, не хочешь домой ехать, блядь? Жек, у тебя есть пару сотен? Я их потом сниму с карточки, дам тебе, есть? Я, блядь, хоть Коляну, да, Толяну дам по соточке. Я потом сниму тебе, дам. А, ну у тебя так, что ли, блядь? Нахуй мне? Не, налика нету? Давай я дам, ты ему потом снизу. А ладно, вот Танька, да, сколько, блядь, Танька, дай пару сотен, я дам тебе, по-моему, тебе сниму. Эти даже 300 за это сниму, Танька говорила. 200 дашь, 300 получишь, нахуй. Нихуя ты, блядь. А мне так не сказал. Смотри, у меня какая бумажка есть. Нихуя, доллар, блядь. Николай в шоке, блядь. Он доллара вживую не видел, блядь. Давай, тебе, Танюха. Ее надо разменять. А тебе нужно, блядь, детка там раскатила. Это, блядь. Пошли, мы тебя домой везем. Не хочешь? А чё? Да чё, я вам привезу где-нибудь, приедет на автобусе. Да и всё, чё ты? Спасибо, жду тебе, пожарчик купим. 70 рублей. А? Ну ладно. Рыжи, поехали, да, собаку съездим, покормим их. Потом приедем сюда. Ты им водку оставь. Вон, Коля, вон водку пейте. А? Пошли, я тебе себе дам. Да что, Толяну дашь пачку и... Бульдог, дай глоток, нахуй. Как дела у тебя? Ничего же вонял, так пока-то. Ничего? Пожрать что-нибудь? Так я же не дал денежку, купишь что-нибудь пожрать? Выпить?
Ну, блядь, сходим, я потом куплю ему пирогов, хорошо? Ну, поехали тогда, бульдог с нами съездим до 101-го, собаку покормим. Потом привезу тебе обратно и пирогов купим. Толян, тогда, слышь, что ли? Ждите, мы сейчас съездим до 101-го, собаку покормим. Не надо бы нахуй. Хорошо? И пирогов, Коля, сидите, пойдем пару, подам сигарет. Светка, ждите, я приеду. Ну все, поехали. На, вот, есть. А, на, Никола. Курите, я приеду сейчас, эту первую собаку покормим мы. И приедем. Сидите, грейте, фоточки есть у вас. Ну все, помчались, ребята, нахуй, на эту первую собаку кормить. Шоблой. Ох, блядь, какая сейчас. Втроем-то они влезут, правильно? Он говорит, за талию, а они трогают-то где? За жопу, да? О, блядь, ребята, знаменитая тройка, блядь. Танька посередине, садите. Поехали на Суперы, там косточки покормим собак. Тань, садись посередине. Кого я любила? Кого я любила, нахуй? Ой, блядь. Я напомню, кто заебил. А? Одного, давай. Одного не захотел. Друг, да еще уже сидят на них, блядь, не просто так. Сейчас играй. Давай, поехали нахуй на Суперы, блядь. Да ты двигайся, ты потом. Чё, какой посерединке надо было её посмотреть. Чё, давай, а вылазь. Нахуй ты, блядь, чё сейчас голову щупать? Я тебя вылезу сейчас. Дверь нахуй, не мерзайте нахуй машину. О, бутылок с него уже, блядь, не паскудит. Моё хоть дал, блядь. Водочка, есть у вас там немножко? Да, у нас где-то было. Есть, ну всё. Ты меня сад... Дверь закрывай, блядок. Капец, что такое? Кто сейчас здоровый? Да хули он там? Хули он здоровый. Здорово, не щупайтесь, блядь. Да. Один за жопу, другой за дом. Блядок, что, куришь или паскудник? Нет, не курю. Женька, постойте. Вова, ладно, вы хоть кошка, блядь. Сука, рыжий паскудник. Да вы хули, оно замерзло. Ладно, иди здесь, нахуй, не ругайся. Не ругайся. Ну, это конечно, ван популярный. А то же все клубку. Опа. За 9 стариков. Мы пришли с дом родной, баба с кучкой. И вода. Водки тасла, бульонье, запас. Бульонок паскудник. Опа, пивка ебанул нахуй. Ребята, как просили, блядь, великолепно тройка нахуй. Игроков, блядь. Бульонок. Ну, так давно нету самого, да, нету. Конечно, сейчас все, съездим собачку покормим, а то собачка, блядь, Вот ты пиво пьешь, ты мне не можешь это достать вот здесь, вот это, блядь. Ну ты достань, говорю. Да у кого хочешь достанет, а может у вас ругаться только будет. Только не это, да я не пью пиво. Не, не будет пива. А что ты не пьешь? Да я не пью пиво вообще. Она, да, не... я только вот. Что ты так? Она хочет быть трезвая. Нет, почему? Вот, ну почему она тут-то, блядь? Она пустая. Пустая? Сука, да. А что, нету, что ли? Ты ее тут где пропала? Да, Жень, сходи, сходи, а сами будут. Блять, обжимаюсь, блять, а потом. Там бутылочка, сами. На середину сядешься. Все, вот я тебе посудил. Да у нас была здесь бутылка, блядь, где? Я их туда забрал. Он туда забирал же. Да это мое. А сейчас Женька вам принесет, говорит, мать. Блять, мне вообще так-то неудобно, зажали, блядь, с двух сторон. Да ты сама попросилась. Да ты посиди на коленке, ее тогда, все хули ты ебнул. Я вот так вот. Да нормально, все. Дайте вам лекарство. Давай. А, Танюшка, ох, тебя, Танюшка, блядь, танцы начались, нахуй, ёпсу, вот блядь. Это наша, поехали. Это поехали. Наш Катя едет. Катит, нахуй. Вот это наша, наша, наша. Бульдог, ямки. Бульдог наша, блядь, и пиво пьёт, блядь. Такое, да чё, я покурю. Курни, блядь, я выкинул. Где тебе пиво? Чё, закурили, блядь, всех. Чё? Ну, давайте, блядь, все прекратите курить, нахуй. Чаплинину, например, покурите. Всё, прекратили. Ой, блядь. Что, блин, папирос, бульдог не любит, когда курят нахуй в машине. Я бульдог. Папирос? Папирос, что к телу прирос, да, бульдог? А нет, сейчас папиросы, знаешь, дерьмовые. А, не стоят. Нормальные. Они стоят 80 рублей, эти дерьмовые. Нормальные папиросы. Нет, вот старые, они нормальные. Ты что, одежду не взял себе? Так вернёте еще нахуй. У меня там все приготовлено. Там чисто? У меня вот, а здесь чисто, она все это цветло. А у меня вон там Андрюха все приготовил. Сука, у них... Едем на ступер, и там мыться будешь. Че, хуёв? Куда, блядь, это? На колонке? Че, к сеструхе, что ли? Бать, ребят, вот вы понимаете, да, когда вот шлете вещи издалека, ребят,
Ну не надо вот им вещи, у них вещей и так до хуя. Им лучше деньги. Она почти импортная. Денежку лучше им. Песню слушайте. Таня, блядь, опять песик учился, у меня, блядь, опять канал, блядь, забыл, что там. А мы это, Жень, а мы что думаем? Слушай, песню тоже пережил. Ты кто-то курить? Мне преподнес мой вонючий прямо в нос и сказал, что ландыши. Я сосала, как могла, чуть концы не отдала. В рот я эти ландыши ебла. Похлопайте, похлопайте. Вот паскудница какая, а! Развратка! Паскудница, развратка какая! Мне на это надо, блядь, зацепить. Все, развезло Татьяну Борисовну, блядь. Че делать? Татьяна Борисовна. Они этого и ждут, наверное, блядь. Орлы, блядь, по пьянке тебя танки будут щупать, нахуй, пока ты невменяемо. Еще есть насилуют, блядь. Да ну нахуй. Что думаешь, мы тебе зря повезем, нахуй? Насилуют-то не повезем. Сейчас повезем. Я ни ножа, ни хуя не боюсь. Пульдок в ахуе, блядь. От такой, блядь, этого нахуй. Вообще, ну, все блядь, в бой вернули. Жалко, конечно, они, ну, они там сами подписали. Вот опять же ты лесок. Да, они сами подписали это. Ёбнул жопа, я пенёк. Они, у них тебя сюда, у них тебя сюда групповая. Блядь, видите, ребята, Танька песни поёт, ну, молодец, блядь. У них групповая. Хуля, сел? 200 дашь, 300 отдам, она давай песни петь сразу. Пока. Если бы он один на себя взял бы, нахуй, ему вечи дали бы. Что-то Танюшка рассказывает, там кто отдался кому? Да бог его знает, там что-то. Она другого полюбила. Она не полюбила. Она не отдалась другому. Бульдог ревнует, нахуй. Она умерла. Умерла. От любви вовремя умерла. Ее, Антон, который с ней жил. Я знаю, что Антонов умер. Вот Антон, уй, Антон умер. Она сейчас с другим меня живет. А кому она отдалась? Кому? Она Антону изменила. Да? Антон такой, блядь, парень, блядь, нормальный. Да через какие хуя, то она, блядь, ему не изменит. Это да, его хата была. Давай не будем говорить о чем-то, не знаешь. А куда, блядь, двухкомнатная да, квартира, да. Нахуй. Я знаю. Там ей, блядь, она, блядь, я пошла там была в общагу уже... жить. Нахуй. Да не плюся! Просто бульон, за бульоном, если ну скажи, да, бульдог? Это бульон, скажи, блядь. У него зубов нету, чё, блядь. Ну, он не может зубами сдерживать-то, блядь. Он и придётся нахуй. Ладно, не ругайте, давайте до 101-го потерпите хоть. А мы пахом, не ругаемся. Настолько все. Блядь. Все, давай, обнимайся Танюшку, блядь. Не плюйся на Танюшку, чё ж ты плюешь? Да он уже обнял, вон. Блин, наверное, возбудили тебя. Вообще, нахуй, даже Женька уже хочет к ним быть. Третьим с ними, блядь. Прилай Женьку там зато. А, у Женьки руки там как раз он, блядь, я не смог. Одну рукой, блядь, пьет, другой там. Блядь, орлы нахуй. Рыжий замолчал нахуй. А, тут моя стихия. Закуривай, Вова. Не закуривай, заебал, блядь, все приедем уже, блядь. Потом покуришь, ебаный. Подожди немножко, блядь. Да не, Вова, это моя стихия. Народ, да хуя сзади, блядь, хуя. Подожди, сейчас Антон придет тебе, курточку, штаны приведет тебе. Боха, есть навигатор? А? Навигатор был, есть? Нет, он какой навигатор, блядь? Какой тебе нахуй? Курить-то хочешь, куда хватит двигаться-то? Сжали меня вообще куда-то. Во, блядь, не кури пока, блядь. Народу и так много, нахуй. Ну, сейчас... Салим кур, блядь. Сейчас бульдога с Станьки сбросим, нахуй, и покуришь спокойно. На 101-м, карьерно. Ага, запечатай, нахуй, обои. Потерпи немножко. Не пусть там, нахуй, кроликов разводят. Сука, рыжий пал. Это вас что говорит? Но только говорю, что секс-секс-секс захочет, она скидывает Танюху, блядь. А бульдог раз потихонечку. Она платоническая, да? Походу, или я, блядь. Началось, тема любимая. Ну-ка, рыжий, платоническую любовь расскажи про платоническую любовь. Сейчас он расскажет, вот так сейчас пиздец. Не платоническая, а платоническая. Нужно пизденку ебать. С твоей стороны, что я вам скажу. Да тихо! Не платоническая любовь, а наркологическая. Какая наркологическая? Наркологию нас надо. А тебя нет, так тебя рядом. Как? Не вообще. Бульдог, а что ты с наркоманом бы сделал? Не, нарком. Не, наркоманом? Да. Что бы сделал? Чесик сделал. Это его личные дела, нахуй. Че я себе сделал? Его их не оставили. Его оставили нахуй. Отдай ему деньги. Я что будет заказывал, говорить. Отдай ему деньги. Денег дашь ему, нет? Не, денег на дозу дашь?
Пошли они нахуй со своей дозой. Ебало их нахуй, блядь. Их ломает тоже, хуливый, блядь. Ломает. Солидарно, блядь. Алкаш, блядь. Алкаш должен помогать наркоману, блядь. С перчиком. Вот это, знаешь, этот перец-то там плавает. Перцовка. Перцовка. Полторашка пива тут у меня. Ну, закусочка, все. Приезжает. Мы копаем. Ямки. Взять его, короче. Я говорю, слушай, что с тобой? Ты с похмелья, что ли? Не, ломает. А хули? Приезжает второй, Гаврик. Того, ну, так, шнырнуться есть. Так, там, наверное, эти закладки были у тебя. Бомбалюки, наверное. Там прячут у него, наверное, закладки, бля, бомбалюки роют. А рыжий, наверное, поймает, блядь. Слышь, я говорю, ты его нахуй, ебил, гори нахуй. Чтобы он, блядь, работать нахуй. Скажи, рыжий, блядь, на камеру наркотики и алкоголь — это зло. Так это говно полное нахуй, эти наркоманы. А, вы синяя волна. А у них еще какой-то крокодил ебаный. Да, есть такой. Крокодил, а нету, блядь. Это такая хуета. Заехал. Весь, блядь, в коростах весь. Все, все таблицы определили вам. Ебать его. Я говорю, слушай, раз ты выйдешь, что такое с тобой? Давай нахуй своей чесоткой. А вроде я не знаю, что. У меня не чесотка. Я говорю, а что это за хуйня? Он говорит, ну крокодилом. Я говорю, что за крокодил? Я говорю, скажи. Ее тоже. Там хуй за там, блядь, там хуй знает, что ты вмешиваешь. Рыжий, мы же мы против наркоманов. Нормальным, говорю, героином, нахуй, нормально, заебать. Бля, я только говорю, заебаться. Рыжий, блядь, посходник, блядь. Он такой. Нельзя, блядь, такой говорить. Не хватает. Рыжий, скажи, блядь, нельзя нахуй колоться, правильно? Конечно, нихуя себе. Там какая-то доза, я бы близко по фангурике пропустил. Волка, полки, знаешь, что лучше бы их по синьке, Вова, да? По синькам лучше. Да?